Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Подожди, куда дальше-то? Налево, через площадь!
Дамир, как считаешь, полковник в курсе, чем Артём тут занимается? А мне откуда знать? Сам у него спроси. Он с кольца на связь выходил, завтра будет тут. Откуда взяла, если свет еще не включили? Эй, а ну отстаньте от него! Я сам убил из рогатки. Брось, Дамир. Пусть учится защищаться. В метро слабакам не выжить. Охрана, подъем! Держись, Тёма. Сейчас мы тебе вольем свежей спартанской крови. Артём, проснулся наконец-то. Доктор сказал, все будет хорошо. Ты меня окончательно сосвету жить решил? А что, если ты в следующий раз не вернешься? Ты пойми, нет там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Мы уже столько раз об этом говорили. Смирись ты, наконец. Выжили только мы. Полковник! Здравствуй, Саныч. Все, не успокоишься никак. Уперся, как баран, сколько я тебе уже говорил. О себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих. Но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Папа, не надо. Ты из Ордена ушел ради этого. И я тебя тогда понял, хотя после Д6 людей жуть как не хватает. Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Потому что если не мы, то кто? Ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Пойдем, надо поговорить. Я сейчас врача позову. А ты мне пообещай, что это было в последний раз, ладно? Ну, скоро увидимся. Артём, мы вас опять вытянули с того света, но... Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Несправедливо как-то, не считаете? Скажу прямо. Я не гарантирую, что смогу вытянуть еще раз, понимаете? Молодцы все же спартанцы. Артёма выручили. Аня, я уже сто раз говорил, немедленно возвращайся в поле. Честно говоря, уже не помню, когда таких видел. О, какие люди! Артём, здоров как бык! Но ты, брат, князь, конечно, поднимите. Дал! Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга! Пардон, сейчас устроим пир! Артёмыч, еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже! Как там в госпитале медсестрички? Ну, ты да как всегда. Да хватит вам, оставьте парня в покое. Брат. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! 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 Сейчас устроим! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только, плиз, не как в прошлый раз. Держись, Артём! Ну что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу?
Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Ну-ка, смени фильтр. Мало в больнице лежал. Ладно, идем уже. База 72 на связи. Взяли двоих уже до моста. Одна дочь орденского командира. Разобрались бы сначала, уроды! Да Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы. Деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас эти вот схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав! Там правда люди живут! Мы не знали! Думали, мы одни спаслись! Господи! Приехали! Мы теперь всему метро расскажем! Бабка и пацан на выход! Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните! Да противогазы не понадобятся. Керафас! Артём! Артём! Нет! Артём! 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 Жить да жить. Поехали. Thank you.
Гоняй колымагу твою. Внимание! Включение поворотного круга! Хватит, Герман! Сам знаешь правила! Да какие правила? Вы же людей как собак убиваете! Вы... Отведите его отдохнуть! Пусть поразмыслит. Ты, козел старый, забрался со своим нытьем! Если не заткнешься, отправишься в котлован. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. Понял? Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь, небось, страж! Человек? Как вы... О! Господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так. Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так. Девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте. Только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Ой, Ермак, что, раскаялся? Эй, какого черта тут происходит? Опять автомат выбило, мать его. Генераторный, видать, не дочинили, товарищ сержант. Ермак, ты что ли? Что ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. О, какой ты, Ермак, вежливый стал. Соображаешь, значит, исправляешься. Давай, давай, у тебя-то руки точно не из жопы. Семён Михайлович, генераторный баллонка похуже. Вам-то туда. Вот еще ты меня поучи, куда-то что. Стойте. Иди лучше здесь проводку. Придется вам его вырубить, сумеете? Давай, только давай, не жмите. Давай, шевелись, тараканья немочь. Бригадир. Че ты там бубнишь, а? Это я про тебя, Андрей. Стойте. Уберите лампу. Не твое дело. Ясно, чем он там занят. Так, идемте. Погодите, погодите. Стойте. Ну не факт. Отлично. Проще пристрелить было. Идемте, скорее. Проходите быстрее. Удачи вам. Эта система вентилирует весь командный центр. Вы вообще не болеете. Попробуйте пробегать по месту и пробраться. Когда узнаешь, что вы сделали с Артемом. Я, конечно, постараюсь помочь, но сами понимаете, боится у меня никакой. Ты еще кто такой? Сыромят! Тревога! Ах ты как! Тревога! Артём! Господи! Живой! Ты ранен? Жетон Хантера выдержал пулю! На тебя, сука!
Не дергайся! Повреждение управляющего модуля. Идиоты! Да вам теперь, по законам военного времени, одного расстрела мало! Это широкополосный подавитель радиочастот! Что? Глушилка! Москва не слышит никого, и Москву никто не слышит. Аварийное отключение. Твою ж мать! Ты слышишь, Артём? Ты понимаешь, что ты был прав? Там не только Россия, там весь мир, Артём! Зачем? Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет! А вы как дети малые! Тревога! Скоро вся охрана здесь будет! Черт! А, не стреляйте! Тёма? Я с ним! С вами! Бежать вам надо! Ваше, оно вместе лежало, я и умыкнул! Надо бежать, пока они не разобрались! Охрана! Быстрее, сюда! Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Идемте. Кто вы? Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите, главное, приберитесь в ангар, а там Бог даст вывезу вас. А меня не знают, внимания не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Берегите себя! Ну где вы там? Тёма, здесь враги! Подсади меня! Видно плохо, вьюга началась! Тёма, не забывай про датчик видимости! Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Артём. Внимание! В командном центре произошла диверсия. Ангар рядом. Можно. Началось! Прикрываю! Артём, меняю позицию. По всем неизвестным огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Занять генераторную. Ты лезешь в последнее время. Ага, ЧП вот же, перемещай. Стой, 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 подожди, пока они уберутся. Что случилось, а? Молодцы вы, добрались, черт. С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз. Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим! Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посматривайте. На шум вся база сбежаться может. Внимание! Тут противник! Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Вот он! Паровоз угоняй! Включай генераторы! Черт!
Ничего себе. Ты как, живой? Ребятки, на платформе ручной привод есть. Им Артём! Давай вместе! Еще немного! Есть! Бежим! Вали! Артём, давай! Есть! Наверх, скорее сюда! Они ворота нанесут! Надо бы противогазы надеть, может, изоляцию повредили. Мы вырвались! База, взяли машиниста с двумя сообщниками. Прием! Понял, база, конец связи. Так, этих в расход. Машиниста... Я не понял, что значит в расход? Не лезь не в свое дело! Это ты не лезь! Сейчас полковник тебе все разъяснит. Товарищ полковник, тут Аня? Такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! Аня? Какого черта? Артём! Ребят, вы что тут делаете? Вот так добрый вечер! Полковник, это трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться! Невероятно! Невероятно! Черт! Так это правда? Ты на них работаешь? Они помолчи. В Артёма стреляли! Как вы Они... тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клин. Ганза, этого так не осталось. Дошло, наблюдатели наконец. Не позволят. Нет уж, я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ там, в котловане, люди из других городов. И так тут их всем молчать! Всех женщин, потом детей! Потом объясню. Все потом. Отец, что там по железной дороге впереди? До 101 километра дорога в норме. Безопасная стоянка недалеко найдется? Найдется, только торопиться нужно. Они крейсер вызывали. Значит так, мужики, Артём с Анькой моей сейчас такого наворотили. В Москву им сейчас возвращаться нельзя, а то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока все не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор, мои люди к недоразумению на глушилке не отношения мне, не имеют. Я ни хера не понял, но за ребят буду драться. Конечно, Артём, Аня, Ужин наш... своих не бросает. Если не кто, кто? Ладно, спартанцы, тогда этих за борт и полный вперед! Артём, пошли выйдем на свежий воздух. Спасибо ребятам, что поддержали. Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил. 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны. А на самом деле Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок. Красота! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Все... Немедленно остановите локомотив и выходите с поднятыми руками. Противно.
противном случае будет открыт огонь на поражение! Ох, сука, сколько же на нем брони навешано! А пулеметов? Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чем тут он? Это ты все знал и молчал! Это было последнее предупреждение! Немедленно остановите локомотив! О, черт! Ты как? Порядок? Царапина! Все, останавливаемся! Но тормоза тут не к черту! Ермак, начинай сбавлять ход. Пусть думают, мы послушались. Это ты правильно решил тормозить. Сразу видно, разумный человек. Гранатами мы им только краску поцарапаем. А если изнутри? Взрывчатки маловато. Разве что всю в топку им засунуть. Товарищ полковник, разрешите мне. Добровольцев здесь назначаю я. Пойдет Артем. Почему Артем? Он эту кашу заварил, ему и расхлебывать. Артем, как притормозим, прыгай. А я этого пока отвлеку. Ты что ли я тут, Борис? Да ладно, мы прикроем. Некуда там ехать, Мельник. Ты не бывал дальше, а мы бывали. Так мы просто отъехать решили. От эмоций лишних. А вы сразу стрелять начали. Остановлюсь. Отпустишь? Я уполномочен задержать и передать органам, сам понимаешь. Это дезертирство, предательство. Да охренел, паскуда! Меня предатели! А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться решил? У меня одно объяснение. Если не остановишь, значит завербовали тебя. К хозяевам, значит, бежишь. Решили уже все, да? Нас даже до трибунала не довезут. Ты мне зубы не заговаривай! Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы? Предатели нас! Мы вам столько лет служили верой, правдой! Круто! Да, Хренас это предатели! Они нас заплат! А ты? Мальчики, служивы, служить буду! Не стреляй! Не стреляй! Я просто кочегар! Я не стреляю! Лично тебя пристрелю и не в затылок! В рожу твою! Скотина кровавая! Отставить по-видимому! Врезай всех! Огонь! Огонь! Пойдем скорее, так сейчас клочья разнесу! Держись! Поздравляю, теперь мы не просто предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся.